Президент страны, в которой сейчас чуть ли не главным героем признан Бандера, где проходят факельные и иные шествия ультранационалистских сообществ, где пособники фашистов АУН, УПА и его члены признаны героями, где эти самые ультранационалисты убивают мирных граждан на Донбассе, президент этой страны приехал в Израиль и там извинился за Холокост. Фашизм на Украине? Не слышали. Порошенко даже осудил тех пособников Третьего рейха со стороны Украины, которые убивали евреев. Сейчас у незалежной, дескать, совсем не тот фашизм, который убивал людей в годы Второй мировой войны. Так, видимо. Ну и среди всего этого театра абсурда возникает вопрос, собственно, а что хотел Порошенко в Израиле? На эти и другие вопросы ответил постоянный эксперт накануне ТВ, руководитель Центра координации «Новая Русь» Алексей Анпилогов. Порошенко лукавит в первую очередь перед самим собой, перед своей этнической еврейской общностью, говоря о том, что фашизма на Украине нет. Фашизм на Украине присутствует, он присутствует в самых высокотехнологичных формах. В настоящий момент времени фашизм и национализм не используют ту риторику, которая использовалась во время нацистской Германии, во время существования режима Бенито Муссолини в Италии. С моей точки зрения, это скорее попытка отмежеваться официальной власти от такого рода деятельности, которую она, тем не менее, будет по-прежнему не публично поддерживать. Сейчас очень высокий уровень контроля за всей деятельностью нежелательных элементов на Украине, отмечает эксперт. А это значит, что громких дел по неугодным группам лиц не будет. Будут тщательно завуалированные процессы над узниками режима хунты. Именно так сейчас и можно прикрыть национализм. Скрывая его, но открыто признавая гитлеровский фашизм, Порошенко был легко принят в Израиле. Там он извинился за уничтожение евреев на территории Украины в годы Второй мировой войны, а добивался Порошенко этим только одного – вбить клин в хорошие отношения России и Израиля. Украине сейчас критически важно создать антироссийские настроения в мире. И, безусловно, те хорошие взаимоотношения, которые сложились с Израилем у Российской Федерации, они являются препятствием для создания такого рода антироссийской коалиции. Израиль не поддерживал киевских мятежников. Он очень осторожно после этого высказывался и по поводу вопроса Крыма, и по поводу войны на Донбассе. И, как следствие, сейчас Порошенко пытается, безусловно, завоевать доверие израильского истеблишмента, пытаясь его включить вот этот вот пояс недружелюбных стран вокруг Российской Федерации. Здесь надо вспомнить, что Российская Федерация сейчас занимает достаточно активную позицию по Сирии, которая никогда не была союзником Израиля, была практически его открытым врагом, в силу чего сейчас, конечно, у Израиля тоже есть точка выбора. Я думаю, что Порошенко вряд ли достиг тех целей, которые он ставил. Хотя, безусловно, какие-то изменения в позиции Израиля могут случиться в ближайшее время. Алексей Анпилогов отмечает, что режим Порошенко все больше похож на режимы латиноамериканских диктаторов 60-70-х годов, когда при формальном осуждении гитлеровского фашизма используются по факту те же методы. И это уже не первая реабилитация фашизма, и она получит свою оценку. Но не в ближайший год, уверен эксперт. Порошенко – это ставленник Соединенных Штатов, то есть та компромиссная фигура, которая была выбрана США как наиболее удовлетворяющая всех их требованиям, и США будет его использовать до последнего, то есть до того момента, когда его рейтинг уже окончательно опустится в район куда-то статистической прогрешности ниже 1%, как это происходило, например, с Виктором Ющенко. Поэтому я думаю, что в тот момент, когда рубашка под названием Порошенко станет окончательно грязной, ее просто поменяют. Но это вряд ли произойдет в течение даже следующего года, поскольку пока эта фигура устраивает практически всех. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».